На протяжении 8 месяцев в детском саду номер 1 города Гагра-Рамза проводился ремонт. После зимних каникул он распахнул свои двери. 8 месяцев воспитательский состав, воспитанники и, конечно же, их родители с нетерпением ждали открытия своего уже ставшего родным детского сада «Мрамза». На ремонт он был закрыт 7 июля 2019 года, когда накануне произошла серьезная поломка в электросети внутри здания. На момент аварии в детском саду уже никого не было. После этого случая заведующая Белла Кокускери уже в очередной раз обратилась в вышестоящие инстанции с просьбой хоть как-то помочь детскому саду. На место прибыл тогда еще премьер-министр, ныне исполняющий обязанности главы государства Валерий Бганбе, соответствующей комиссии, которая в свою очередь составила заключение того, что детский сад надо закрыть и незамедлительно приступить к ремонту. Само двухэтажное здание было построено еще в 1961 году. И с того периода оно капитально не ремонтировалось, не обновлялись электро- и водопроводные системы в том числе. Состояние детского сада поддерживалось благодаря кропотливой работе его заведующей Беллы Кокускери, а также при поддержке родителей детей. Сейчас в результате проделанной работы на выделенные денежные средства правительством страны была заменена кровля здания, электросистема и вся сантехника полностью. Стены в помещениях были выровнены и покрашены, установлены новые двери. В некоторых помещениях были уложены новые половые доски, а в других проведена оцинковка паркетного пола. Помимо этого были выделены обогреватели для садика. Руководство детского сада выражает благодарность всем тем, кто оказал помощь в проведении ремонта. После ремонта детский сад возобновил свою работу. Дети начали ходить. Во всех группах много детей. После ремонта у нас поменяли сантехнику, крышу, двери поменяли, пол частично в некоторых группах. Спасибо всем тем, кто этим руководствовал. Сегодня порядка 140 детишек обрели свой второй дом в детском саду «Мрамза». Он весьма важен для города и потому наш долг сделать так, чтобы в нем всегда был уют и тепло.